Первые итоги работы по переходу к проектному управлению были подведены на вчерашнем заседании Президиума областного совета по реформам. В прошлом году в регионе был создан Центр управления реформами и сформирован реестр из 45 проектов, которые должны быть реализованы в ближайшее время. На территории региона уже начата реализация 30 таких проектов из разных отраслей общества. Все они призваны не только улучшить качество жизни населения, но и повысить эффективность работы исполнительных органов власти. В их число вошли доступное дополнительное образование для детей, экспорт промышленности, строительство перинатального центра, формирование комфортной городской среды и многие другие. Во-первых, разработана и, как вы видите на слайде, публично опубликована декларация региональной управленческой инициативы. То есть, помните, мы обсуждали ее, терминологию, и так далее. Во-вторых, подготовлен проект распоряжения губернатора. В-третьих, прошло достаточно широкое обсуждение и презентация содержания управленческой инициативы. И в-четвертых, содержательный ряд шагов уже активно реализуется. В общей сложности в Центр управления реформами поступило 19 отчетов за первый квартал. Среди отличников значатся проекты реального сектора экономики, здравоохранения и семейного благополучия, а также инновационного кластера. Будем создавать специальное подразделение, которое будет отвечать, за повышение эффективности органов власти и подведомственных учреждений. Выслушав кураторов проектов, глава региона предупредил, что при плохих показателях реализации программ руководители ведомств вполне могут лишиться своих рабочих мест. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.